Напомню, накануне вызов спасателям поступил вечером в 20 часов 32 минуты. Бригады прибыли почти сразу же. Первоначальная версия – взрыв газа, но она не подтвердилась. Так в чем же причина? Разбирался Николай Смирнов. Внимание! Уважаемые жильцы разрушенного дома! Просьба пройти в автобусы для уточнения информации. Автобусы для обогрева предоставила ПТП. Здесь же проводится первичный сбор информации, опрашивают пострадавших, выясняют обстоятельства происшествия. Сейчас скажу, во сколько это произошло. 22... 8 часов это было? Полдевятого шли... Универ шел по... Полдевятого это было. Год назад жильцы засняли на видео, в каком состоянии находится их дом. Осыпающаяся кирпичная кладка, трещины по стенам и затопленный подвал. Здание могло обрушиться в любой момент. Да, оно давно уже рушилось, и там потихоньку, помаленьку обваливалось. И мы подавали, и письма писали, и все делали. И нам сказали, что это не в аварийном состоянии, что никто не хочет, сказали, пока не обрушится, вот никто ничем не будет заниматься. Вот и все. Общая площадь обрушения составила 24 квадратных метра. На разбор завалов были брошены сотни спасателей и десятки единиц спецтехники. Версию о взрыве специалисты проверили сразу. Дом не был газифицирован, и характер разрушений совсем другой. Я думаю, что здесь техническая сторона здания все-таки была аварийным. Плюс вот эти резкие перепады температур, где-то в воду что-то подмыло, может быть, или что. Пока сказать трудно, как бы сказать. Ну, я так думаю, что специалисты Главного управления строительства разберутся и уже более конкретно и четко скажут, что произошло. Всех эвакуированных жильцов разместили в пункте временного пребывания в гостинице «Колос». В администрации Ленинского округа прошла встреча с жильцами, на которой было принято решение о компенсации пострадавшим. С людьми сейчас я переговорил, собрание будем проводить. Значит, у всех, у кого какие есть вопросы, мы, естественно, запишем. Значит, будут каждый день с ними работать наши специалисты администрации города, информировать о ситуации на доме. По последней информации, при обрушении дома пострадали 4 человека. После оказания медицинской помощи все они отпущены на амбулаторное лечение. Николай Смирнов, Антон Пригорницкий, Тюменское время.